Обращение народного ополчения Донбасса к военным украинской армии. Обращаемся к вам от имени всего мужского населения Донецкой и Луганской республик. От имени всего мужского населения Юго-Востока бывшей Украины. Мы не верим в то, что все ваши деды и прадеды были бандеровцами, карателями и служили нацистам. Но кому служите вы? Кто сейчас руководит вами? Неонацисты из правого сектора Яроша? Неонацист Порубий? Националистическая партия свободы Тягнибока? У этих людей никогда не было умения сражаться с вооруженным противником. Каратели всегда действовали подло против женщин, детей и стариков. И это они доказали в Одессе 2 мая, когда уничтожили больше полусотни безоружных людей, преимущественно старшего возраста, среди которых были женщины. И вы своим участием в карательной операции помогаете им в этом. У карателей никогда не было побед. Каратели, у них только даты карательных операций. Мы стоим здесь за свою землю, за свои семьи. А за что стоите вы? Ответьте себе. Даже если вы оставите здесь голое поле и уничтожите всех, кто поднялся за свою свободу, какие праздники вы будете отмечать? Дату Волынской резни? Дату расстрела евреев в Бабьем Яру? За это сражались ваши прадеды и деды в 40-е годы, годы Великой Отечественной войны. Ответьте себе каждый, за что вы сражаетесь сейчас. И смогли бы вы объяснить это своему деду, воевавшему с нацизмом в годы Великой Отечественной войны?